Насколько качественно отремонтировали дороги в прошлом году, сегодня проверяла специальная комиссия. Оценивали качество проведенных работ в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Оценка только началась. Сегодня осмотрели участок дороги Нижний Новгород-Шахуни-Киров. Сколько допускается у нас просветов? У нас 90% до 3 миллиметров и 10% до 6. Отлично. Если так, то это хорошо. За последние 4 года прослеживаются тенденции по снижению количества погибших на дорогах Нижегородской области. Немаловажную роль в этом играет проект «Безопасные качественные дороги». Вот этот вот участок дороги длиной 2,5 километра визуально нареканий не вызывает. У нас запущен проект «Карта убитых дорог». И жители Нижегородской области и города Нижнего Новгорода заносят туда проблемные участки дорог. И, кстати, по этому участку тоже были обращения, выкладывали фотографии и отмечали на карте этот участок дорог. И хорошо, что она попала, были удовлетворены обращения граждан. Хорошая дорога. Хорошая. Раньше она была убитой. Сейчас, я бы сказал, это как зеркало. Пусть строят, будем очень рады. Замечательно. Когда дорога есть, всегда хорошо. Сейчас по поручению главы региона Никитина Глеба Сергеевича мы проводим весенний осмотр, который направлен на выявление как раз вот дефектов, те, которые появляются в гарантийный ремонт. Те дефекты, которые были выявлены сейчас в процессе осмотра, они в течение недели должны быть устранены. Такое поручение уже дано. И таким образом мы, соответственно, будем следить за качеством выполнения работ подрядными организациями. Дороги, те, которые были отремонтированы в 2017, 2016, 2015 годах, те, которые сейчас находятся еще под гарантийными обязательствами, перезимовали неплохо.